Когда мы общаемся с растениями, с нами происходят чудеса. Во-первых, они пахнут, вот, хризантемки красивые. Во-вторых, они нам радуют глаз. А в-третьих, они нас делают счастливыми. И вот представьте себя этой девушкой или вспомните, когда мы в детстве бегали по полянам, вили себе венки, да, собирали букеты, для бабушки собирали лекарственные травы, где-то подвязывали кусты в садах. И вот эта девушка, поляна ландышей, она и сама расцветает, как эти ландыши, да, и вьет себе такой вот венок, который распадаются, падают эти под ветром, распадаются листья ландышей и летят. Как бы она является частью природы. Чем хороша эта работа? Она не дописана до полного реализма. Но состояние вот это вот, когда девочка превращается в девушку в мечте о своем любимом, и как бы представляет, что она тоже так же расцвела, как ее любимый цветок ландыш.